Мужество, отвага, честь. Их называют крылатой пехоты голубыми беретами. Сегодня по всей стране бойцы воздушно-десантных войск отмечают свой праздник. В сквере имени Марии Рубцовой в честь Дня ВДВ провели торжественный митинг. Представители Химкинской администрации поздравили ветеранов. На встречу выступил командир отряда специального назначения Игорь Погребняк. Служил в ВДВ с 85 года. Его отряд сформировался в Беларуси специально для борьбы с терроризмом. Была специальная подготовка. Были специально отобранные люди, отбирались и готовились. Нас отправляли, уже конкретно мы знали, куда мы идем. За исключением мы не знали, что мы будем служить на пакистанско-афганской границе. Самое страшное, самое опасное место. Оттуда постоянно шли караваны. Выполняли свой долг, как и все остальные. Старались не ударить грязь лицом. Для ветеранов это особенный день. Многие уже с 6 утра обзванивают старых товарищей, которых разбросало по всей стране. Вспоминают годы службы и ушедших. Не забывают никого. Их почтили минуты молчания. Но есть один род войск, и недаром он называется резерв Верховного Главнокомандования. Это воздушно-десантные войска, которые могут решить любые поставленные задачи. После митинга к мемориалу возложили цветы.